Добрый вечер. В эфире программа «Свободная трибуна» и ее ведущий Константин Гак. Сегодня в Киеве состоялось первое заседание Верховной Рады 7-го созыва. В первый же день нардепы успели устроить первую потасовку, спилить часть забора вокруг Верховной Рады, заблокировать трибуну, ну и так далее. Продолжили в общем стиле Верховной Рады 6-го созыва. Будем надеяться, что в дальнейшем они выйдут на конструктив. Но у нас сегодня тема более одесская и более спокойная, но не менее важная. Говорить мы будем про экологию, в частности, про экологическое состояние Черного моря. И традиционно предлагаем телезрителям ответить на вопрос. Сегодня он звучит так. Черное море – это, прежде всего, район транспортных перевозок, телефон 728-0170, курортный регион, телефон 728-0171, или источник рыбных и иных пищевых ресурсов, 728-0172. Также мы принимаем звонки в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 728-7207. И я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это начальник Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря, Лихачев Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы были в вашей организации с утра, общались с сотрудниками, смотрели, как идет работа, подготовили небольшой видеоматериал. Давайте, чтобы ввести телезрителей немножко в курс дела, как вы работаете, посмотрим его. Давайте. От устья Дуная до Крымского побережья. Эти просторы – юрисдикция Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря. Под контролем инспекторов находятся все грузы, входящие или покидающие порты региона. Предприятия, находящиеся на побережье, стоки нечистот, в общем, все, что может угрожать экологической безопасности. Сегодня в регионе работают 150 инспекторов. Собранные ими данные попадают в аналитические лаборатории, как, например, это. Здесь специалисты с помощью современного оборудования выявляют опасные и вредные вещества. Вещества в пробах воды и грунта. Затем задача специалистов – определить происхождение загрязнений. Например, с помощью вот этого прибора хромата-масс-спектрометра удалось доказать вину судна «Балтик Чиф» в разливе нефти в Одесской акватории в 2011 году. Инспекция располагает уникальной аппаратурой для производства анализа на идентичность нефтепродуктов. Даже не зная источника загрязнения, отобрав пробы на многих судах из места разлива, метод анализа хромата-масс-спектрометра спектрометрия позволяет определить, с какого судна произошел сброс. Тогда, после разлива, нефть покрыла пляжи Одесской области от Санжейки до Белгород-Днестровского. Благодаря работе инспекторов нарушителей удалось найти и оштрафовать почти на $1,5 миллиона, поступивших в бюджеты разных уровней. Судно отбираются пробы, опечатываются в нефтепродукты в виде достаточно очень небольшого количества, затем готовятся экстракты. Эти экстракты мы отобрали, нефтепродукты растворенные, и вкалываем. Вот таким образом мы провели исследование и доказали идентичность нефтепродуктов, взятых с борта теплохода «Балтик Чиф», с нефтепродуктами, отобранными на пляжах в мае месяце 2011 года. Помимо подобной аналитической работы, инспекция проверяет безопасность грузов непосредственно в портах. Начальник отдела экологическо-радиологического контроля Олег Золотарев рассказывает, иногда приходится иметь дело с по-настоящему опасными веществами. После того, как выгружали контейнера, открыли крышку трюма и увидели очень сильно поврежденный контейнер. Даже можно было говорить о том, что был мини-взрыв, его как бы разорвало, раскрутило, и с характерным запахом. Как выяснили сотрудники, на судне тогда пытались провести опасные ядохимикаты, фосфит, алюминия. Также в задачу инспектора входит контроль за радиоактивными веществами. Для этого в распоряжении службы специальное оборудование. С помощью вот этого прибора можно определить не только уровень радиоактивности, но и происхождение радионуклидов. В лабораториях инспекции сотрудники контролируют и работу очистных сооружений. Регулярные пробы и замеры в районах выброса стоков в море позволяют установить уровень загрязнения. Константин Гак, Екатерина Булычева, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Сергей Анатольевич, очень-очень много функций у инспекции, очень много работы. Конечно, не все удалось поместить в материал. Вот расскажите нам подробнее, какие еще функции есть у инспекции, чем еще вы занимаетесь? Ну, я небольшой исторический экскурс. Значит, инспекция зарегистрирована наша
19 декабря 2011 года. Была админреформа на выполнение указа президента про оптимизацию центральных органов выконавчей влады. Создалось новое министерство, Министерство экологии и природных ресурсов, новый центральный орган исполнительной власти в галузі охраны навколишнього природного середовища. Это Державная экологическая инспекция Украины, мы являемся ее территориальным органом. Зона контроля инспекции от западной границы Украины по реке Дунай, акватория Черного моря в границах Одесской, Николаевской и Херсонской областей и 100-метровая прибрежная полоса. Значит, инспекция осуществляет государственный контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Кроме всего, мы занимаемся, в каждом порту есть пост экологического контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины, который занимается экологическим и радиологическим контролем грузов и транспортных средств. Радиологическому контролю подвергаются абсолютно все грузы, кроме электроэнергии. То есть все грузы в круглосуточном режиме проходят экологический контроль. Это делается для того, чтобы не допустить несанкционированного ввоза на территорию Украины радиационно загрязненных веществ, товаров и так далее. Контролируем транспортные средства. Достаточно активное судоходство в северо-западном регионе Черного моря. Потужные порты, это Ильичевск, Одесса, то есть каждое судно проходит экологический контроль, отбираются пробы балластных вод, смотрится на заполняемость танков с хозфекальными водами, с нефтеостатками, реальными водами, даются соответствующие приписания о сдаче этих загрязняющих веществ на примальный пристрой на берегу, для того, чтобы не допустить загрязнения моря. Осуществляем государственный контроль за использованием других ресурсов, это и водные живые ресурсы, растительные ресурсы, контроль осуществляем объектов природно-заповедного фонда. Ну, это так обязательно все стоки, которые попадают в Черное море, мы контролируем. Это и точечные сбросы, и залповые сбросы по возможности и так далее. Я хочу напомнить телезрителям, сегодня у нас традиционный интерактив, он у нас по теме, и мы сегодня спрашиваем, что же такое Черное море для одесситов. Это район транспортных перевозок, телефон 728-01-70, курортный регион 728-01-71 или источник рыбных и прочих ресурсов 728-01-72. Звоните, задавайте свои вопросы и голосуйте. Давайте продолжим. Очень интересно вот послушать про посты экологического контроля. То есть любой приходящий груз контролируется, насколько он опасен для Украины, скажем так. Вот с какими ситуациями приходится сталкиваться? Как часто пытаются провести что-нибудь незаконное и опасное, радиоактивное? Вы знаете, в этом году случаев выявления радиационно заряженных каких-то грузов и веществ у нас не было. В прошлом году были, да. Бывают товары, которые у нас есть четкие показатели, до 30 микрорентген, поверенные приборы, обученный персонал, помимо того, что есть соответствующие фаховые вымоги к инспектору, когда он попадает, пытается устроиться на работу к нам, да, проходит обязательно конкурсный отбор, 3 месяца испытательного срока, и только проработав год в инспекции, он имеет право сдать экзамен для того, чтобы получить доступ к осуществлению радиологического контроля. То есть обладает определенным опытом, получает определенное свидетельство и осуществляет этот вид контроля. Кроме всего прочего, мы проводим экологический контроль грузов. Экологический контроль, он сугубо документальный, и есть перечень грузов, он определен постановлением Кабинета министров Украины номер 1031, то есть есть грузы химические, ядохимикаты, которые проходят обязательный экологический контроль и должны иметь соответствующие разрешительные документы для ввоза в страну. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто груз с повышенным уровнем радиации приходит в Украину, и если такое происходит, что дальше происходит с этим грузом? Спасибо. Я еще раз повторю, что в этом году, да, в этом году таких случаев не было. В случае выявления такого груза есть целый алгоритм действий, который определен постановлением Кабинета министра Украины номер 813. То есть он проходит дополнительные виды контроля, исследования проходят. И если существует в каждом порту площадка специальная, специально приспособленная для хранения
таких грузов есть специализированная организация, которую мы вызываем, и она осуществляет его утилизацию и захоронение. А вот та ситуация, про которую мы рассказывали в сюжете, когда был обнаружен вот опасный ядохимикат в контейнерах, что потом с ним стало? Значит, опасный ядохимикат в контейнерах занимались не только мы и Центральная СЭС на водном транспорте, которая проводила свои замеры, по их замерам, насколько я помню, там превышение максимальных концентраций ядовитых веществ было более чем в 40 раз. Значит, мы не допустили выгрузку этого груза на территорию Украины, и он ушел этим же судном в Китай, откуда к нам прибыл. Ты понимаешь, это все непростые еще международные должны быть отношения. Да, была попытка вывести этот груз для захоронения через территорию Украины в Польшу, но мы не стали рисковать. Тем более там есть ситуация с договорными отношениями между Польшей и Китаем. По таким вопросам там они не совсем простые. Но это не экологический вопрос. А вообще перемещение таких грузов регулируется постановлением Кабинета министров Украины номер 440. Там четко прописан алгоритм, как это происходит, какие грузы, в каком количестве это квотируемые грузы могут проходить. Заходить на территорию Украины и проходить через нее. Вы знаете, что существует проблема, которая еще осталась нам от советской страны, это с неиспользованными пестицидами и агрохимикатами, так называемые ХЗЗР, химичные засобы захисту рослин. В каждом колхозе, колхозов уже не осталось, но остались склады, зачастую не приспособленные для хранения этих агрохимикатов. И страна тратит огромные деньги на их вывоз и утилизацию за рубеж. Тоже пример гексахлорбензола, калуш, да, огромные деньги вкладываются, под эгидой нашего министерства делается такая работа, поэтому очень важно не допустить несанкционированного ввоза таких веществ на территорию страны. Ну да, у нас так. Потом, чтобы не тратить деньги на их вывоз и утилизацию. Кстати, если мы уже говорим про опасные ядохимикаты, вот эта вот ситуация с ДУСТом, который выкопали возле Полеева из могильника, вот он сейчас хранится в аэропорту, попал на контроль, еще не попал? Значит, через территорию аэропорта идет отгрузка ядохимикатов. Ядохимикаты вывозятся с территории Украины и, слава богу, и будут утилизироваться за рубежом. Значит, это все делается, разработаны соответствующие документы. Это не просто бумага, а прописаны все условия безопасности. Хранились они в ядомогильнике. Это, за это отвечал Одесский порт. Да, там это, все было безопасно, да, а вот сегодня с ними как ситуация? На сегодняшний день прошло огромное количество различных экспертиз. Тарируются в специальные мешки многослойные. Биг-бэг двухслойный, четырехклапанный, который приспособлен для перевозки таких опасных веществ. И все четко происходит. То есть даже причалы застилаются полиэтиленом для того, чтобы, хотя это абсолютно плотные, есть несколько экспертиз этих мешков соответствующей организации. Все четко вывозится на утилизацию. Слава богу, что оно вывозится. В общем, слава богу, переживать не о чем. Да, вот вы вначале сказали, что вы занимаетесь акваторией и 100 метров прибрежной территории. Ну, дадим понять, что 100 метров прибрежной территории – это пляжи, на которые мы все ходим. Вот если говорить про пляжи. Известная была резонансная ситуация в Черноморке. Там очень сильно загрязнен пляж отходами, в том числе фекалиями, очень сильно загрязнение. На место наверняка выезжали ваши инспекторы? Не только выезжали на место, собиралось несколько совещаний, инициативу проявила общественные организации экологические, значит, создана, есть экологическая рада при облуправлении, создана она при нашей инспекции, глава этой рады инициировал ряд совещаний под эгидой облдержадминистрации. Ситуация в чем? Там есть ливнисток, к которому несанкционованно подключились жители Черноморки своими фекальными стоками. То есть врезались незаконно, и получается без очистки хозфекальные воды попадают в акваторию Черного моря. Значит, частный инвестор постарался исправить эту ситуацию, то есть Савиньон вложил какие-то деньги, построил приемный лоток, который собирает
эти стоки и перекачивает небольшой КНС-кой дальше на очистку. Но дело в том, что когда возникли ливневые дожди, ну, не справляется эта вся система. То есть тут нужны серьезные капиталовложения для того, чтобы исправить эту ситуацию. Но я хочу сказать, что тоже это позиция некоторых жителей, которые не понимают, что нельзя такие вещи делать. Да? И с нашей стороны поступало предложение как бы дать возможность срок какой-то этим жителям подключиться к системе канализации, а если что, предписанием на водоканал приостановить водопостачание до прекращения вот этой ситуации. Эта ситуация не только в Черноморке, это и на Фонтане была эта ситуация неоднократно. В районе 10-й станции Фонтана, 16-й станции Фонтана, где несанкционированные врезки в ливневую канализацию. А ливневки, как известно, у нас в Одессе работают без очистки. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер, меня зовут Екатерина, и у меня там следующий вопрос. Вырубают зеленое насаждение на побережье. Вы отслеживаете такие ситуации? Спасибо. Да, да, на побережье последний случай громкий был в Аркадии с вырубкой зеленых насаждений. Значит, был осуществлен выезд инспекторов, потом комиссия в составе представителя облгосадминистрации, межрайонного природоохранного прокурора. Наши инспектора выезжали, значит, провели соответствующие замеры снесенных зеленых насаждений. Убытки составили свыше 23 тысяч гривен. На сегодняшний день мы обратились с запросами, то есть отводилась кому-то эта земля, не отводилась. То есть кто отвечает за этот земельный участок, чтобы выставить ущерб? Ответы есть? Значит, на сегодняшний день есть ответ земельных ресурсов города, что этот земельный участок планировался передать в аренду, но до конца процедура не закончена. То есть фактически на сегодняшний день горисполком отвечает за этот земельный участок. При этом, когда приходишь в КП Аркадийское, они говорят, что здесь будет стройка. Даже не скрывают. Такая ситуация. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Давайте поговорим о такой проблеме. Многие, наверное, знают, что вот существует экологическая проблема с рапанами, моллюском, живущим в Черном море, который уничтожает мидии. Вот сегодня сотрудники вашей инспекции рассказывали мне о том, что по закону Украины отлов рапанов возможен вот руками, людьми, скажем так, до 20 штук в руки. Это достаточно мало. Это при том, что у нас с ними большая проблема. Вот эту ситуацию как-то можно изменять, на нее влиять? Ну, ситуация с вселенцами, рапана – это вселенец. Точно так же, как грибневик, она существует не только у нас, она существует и в других странах. Пример – черноморская мидия, которая заселила Великие озера в Америке, тоже создала там экологические проблемы. У нас достаточно активное судоходство, и с балластными водами могут поступать личинки там, и так далее, различных вселенцев, которые, размножаясь у нас в акватории, не имея естественных врагов, то есть их рост неконтролируемый. Рапан является хищником, он уже практически уничтожил черноморскую устрицу, он добивает мидию, то есть это серьезная экологическая проблема наряду с грибневиком, который практически каждый год вызывает заморные явления в Азовском море. То есть его бурное развитие в жаркое время года и потом отмирание с разложением выделением сероводорода приводит к гипоксии и гибели донных организмов, таких как бычок, там, камбала и так далее. То есть такие проблемы существуют, заниматься ими надо комплексно, обязательно привлекать науку к решению этих вопросов. Но на сегодняшний день я могу сказать, что промышленных орудий лова для рапаны не существует. То есть, вот, так почему есть дать людям возможность свободно их отлавливать, столько, сколько нужно? Ну, это не единственная проблема и не самая большая. У нас страна молодая, ей только чуть больше 20 лет. Законодательство у нас развивается, да. Вот, меняется. Мы тоже сказали, что у нас произошла реформа в министерстве. Я думаю, что в дальнейшем все это будет учитываться. Вот, поверьте мне, очень много законодательных актов за последнее время именно в вопросах экологии. Ряд полномочий нам расширили. Вот простой пример приведу. Оставалось долгое время нерешенный вопрос с выбросом от прессовных джерел в воздух, да, то есть от автомобилей. Есть закон
про охрану окружающей природной среды, есть закон про атмосферное поветрие. Когда-то занималась этим экологическая инспекция, потом передали ГАИ, у ГАИ нет аппаратуры, нет обученного персонала, больше 3 лет никто этим не занимался. Приведу простой пример. Процент загрязнения воздуха в городе-герое Одессе от прессувных джерел 83%. Пожалуйста. То есть это автомобили и транспортные средства. Опять вернули. Опять будем этим заниматься. 2 раза в год мы проводили операцию «Чистое поветрие». Поверьте, результаты были. А что это за операция? Это операция, когда планово вместе опять же с органом ГАИ проверялись все автотранспортные предприятия, частные предприниматели, делали замеры содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах. То есть серьезные штрафные санкции, предписания, и действительно люди что-то делали. Налаживали эти карбюраторы свои, то есть уменьшали выбросы однозначно. Несколько раз вы упомянули балластные воды. Расскажите, что это и если это что-то опасное, насколько оно опасно для экологии? Ну, судно, которое приходит в порт без груза, забирает какой-то груз для того, чтобы оно было управляемым, оно набирает балласт в специальные балластные танки. И если администрация судна как бы печется о вопросах экологии, то есть процедура замены балластных вод. Когда балластные танки промываются, набирается чистый балласт, и тогда его откат, сброс в портах не опасный. Есть старые суда, старые постройки, есть не очень щепетильные в этих вопросах капитаны, которые не соблюдают такую процедуру. Тогда мы сталкиваемся с тем, что балласт представляет опасность как загрязнитель. Мы берем пробы балластных вод, определяется содержание взвешенных веществ, нефтеостатков, общего железа, и если балласт не соответствует, то мы запрещаем откатку балласта. Но я думаю, что в будущем нам надо решать более цивилизованно этот способ. Раз снимаются на очистку нефтеостатки, лиальные воды, хосфекальные воды, точно так же надо строить приемные устройства для сбора и очистки балластных вод. Такая станция очистки балластных вод существует в Одесском порту. Вот, то есть можно использовать такое для того, чтобы не откатывать, а просто его очищать. Помимо судов, еще есть, насколько я знаю, проблема предприятий, которые находятся у берега и сбрасывают технические какие-то свои отходы, воду, ну, опять-таки. Есть очистные сооружения, да, различные. Вот насколько они эффективны вот в зоне вашего контроля? Ну, в зоне нашего контроля, если брать Одесский регион, находятся очистные сооружения Инфокс водоканала, достаточно серьезные, припортового завода, Белгороднестровского водоканала, другие коммунальные предприятия. Ну, Инфокс водоканал, должен вам сказать, работает достаточно ритмично. Для того, чтобы уменьшить влияние на прибрежную зону, переключили уже 3 года назад сброс стоков очищенных с станции Северная на Хаджибеевский лиман, то есть не сбрасывается, потому что там сброс всего лишь 230 метров от уреза воды, для того, чтобы уменьшить влияние. А так достаточно серьезно работают эти очистные, припортовые достаточно серьезно работают, но есть там местные небольшие очистные сооружения, это на Дунае и тот же Белгороднестровский водоканал. В прошлом году даже по аварийной ситуации, по нашим материалам, там ущерб был свыше 2 миллионов, возбуждалась криминальная справа прокуратуры Одесской области. Так что там проблемы есть. Проблемы есть, недостаточная очистка. Тоже требует комплексного подхода этот вопрос, потому что деньги где-то надо брать на реконструкцию очистных. У нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер, меня зовут Николай Николаевич. Вот затронули Северную. Значит, в советское время я возил горисполком и исполкомы, и знаю, должны были очистные бросить туда, в Новодуфиновку, в Александровку. То заказчик был, то денег не было. Так и осталось, 1.5 метра выброс возле кемпинга там, на перевозле возле Лузановки, так он был. Теперь я хочу задать вопрос. У нас работало в Одессе Тула метрострой. Оно делало проколы, и вот эти вот дренажные воды отводило, сейчас течет вода там на пляже, по лоткам, она чистая. Люди думают, что это чисто. Это не чисто, это дренажная вода. Наверное, эти лотки уже погибли. Надо ремонт капитальный.
дренажа в Одессе нету. Асфальт постелили, и вся вода катится. Давайте к вопросу. Или... У меня вопрос. Будет ли дренажный вот этот вопрос решаться, чтобы не трещали дома? Потому что подход воды близко. У меня много есть. Теперь у меня поэтому я так буду. Спасибо вам. На сожалению, не так много времени. Спасибо большое за вопрос. Вопрос по сбросу дренажных ливневых вод. Да, эти системы находятся в основном на балансе КП «Городские дороги». Денег на их содержание и реконструкцию, конечно, не хватает. Вопрос серьезный, требует решения, но мы не решаем вопросы со строительством, с инвестированием. Это вопросы к городским властям. Вы только можете проконтролировать. Да, решать этот вопрос однозначно надо. Вопрос с очисткой, с отводом этих вод, он существует, он насущный и проблемный. Мне сегодня в инспекции некоторые судьи сказали, что одесские очистные сооружения работают на пределе. И что если увеличится население города или что-нибудь еще, нагрузка возрастет, то они могут уже и не справиться. Это правда или... Нет, они достаточно справляются, и запас прочности еще есть. И даже обсуждали мы вопрос, что если в перспективе, если будет проект собрать все ливневые воды, о чем мы говорили, пустить на очистку, тоже справятся с этой задачей. Ритмично работают. За последние годы, я хочу сказать, что достаточно наладили. Что касается Инфокс, водоканала, наладили эту работу. Если вообще говорить о выбросах, которые идут от города, то есть от коммунальных предприятий, от, скажем так, канализации, насколько велик их вклад в нарушение экологии? То есть, что наиболее страшное для экологии Черного моря? Ну, нарушения, они однозначно влияют на экологическую составляющую, потому что сброс северный, это там порядка 290 тысяч кубов в сутки, да, даже если это очищенная сточная вода, почему? Но она пресная, да, то есть попадает пресная вода в Черное море, это А, эффект распреснения, Б, когда она попадала на расстоянии 230 метров от уреза воды, то есть она существенно влияет. Ну, как минимум на рекреационную составляющую этой части. Это же пляжи, где отдыхают люди и так далее. Ну, нарушения могут быть только тогда, когда идет сбой в работе очистных, и мы отмечаем повышение каких-то предельно допустимых концентраций. Да, такие случаи бывают, но не так часто. Так что мы справляемся, штрафуем, привлекаем к ответственности. Коммунальные предприятия какие-то вживают заходы, да, по усунению, какие-то реконструкции, починки и так далее. У нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот в те периоды, когда инспекция запрещает купание в морской воде, если нарушать этот запрет, какие последствия для здоровья могут быть? Спасибо. Спасибо вам. Отвечаю на ваш вопрос. Да, инспекция экологическая занимается тем, что мы определяем химические показатели в воде, химические. Хочу сказать, что в этом году ни разу мы купание не запрещали. Запрещала СЭС, но они занимаются микроорганизмами, то есть при превышении концентрации микроорганизмов в воде. И, конечно, есть рекомендации воздержаться от купания после ливней и дождей в течение 3 дней. Мы говорили, что ливневки у нас без очистки, смываются загрязняющие вещества с города, это и нефтепродукты и так далее, которые от автотранспорта. Надо воздержаться в течение 3 дней от купания. Говорили сегодня с вашими сотрудниками про Белгород-Днестровский, его очистные сооружения и про Днестровский лиман. Вот комментируют о том, что очень много различных опасных веществ приносит к нам Днестр, лиман, ну и, соответственно, дальше вот к нам сюда. Ну, что касается Днестровского лимана, действительно, населенные пункты, которые расположены по его берегам, это и Шаба, и хотя не на берегу находится Теплодар, но тоже там не очень ритмично работают очистные. Но тут вопрос в чем? Надо искать деньги для их реконструкции. Этот вопрос надо решать однозначно. Он есть из года в год. Ну, наши штрафные санкции, мы оштрафовали. Но от этого же денег у этих коммунальных предприятий больше не становится. И на свои средства они однозначно эти реконструкции выполнить не смогут. Это достаточно дорогостоящее
мероприятий. То есть это только местный бюджет, центральный бюджет, да? Да, необходимо выделять деньги на реконструкцию очистных сооружений. Добрый вечер, говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Мы слушаем. Меня интересует вопрос относительно глубоководного пуска, так, по-моему, это называлось, проект на 600, если не ошибаюсь, миллионов долларов. Все затихло. Расскажите историю вопроса, что это было и чем это все кончилось, и к чему это все придет, я надеюсь. Спасибо вам. Значит, что касается денежной составляющей, это не есть компетенция экологической инспекции, если там были какие-то превышения, завышения, есть финансовая инспекция, есть счетная палата, есть прокуратура. Что касается вообще необходимости глубоководных выпусков, ну, мировой опыт показывает, что все города, которые находятся на побережье, они имеют глубоководные выпуски. Нашим законодательством тоже предусмотрено, что должны быть выпуски не менее 2 километров, которые существуют 2400 в СБО Южное. Это по санитарным нормам. Ничего плохого в выпуске нет. Лучше, конечно, чтобы вода отводилась за 4 километра от уреза воды, чем 230 метров, как это происходит сейчас. Кроме всего прочего, строительство глубоководного выпуска предполагало рассеивающие элементы, и за счет этого эффект растворения, да, что уменьшает воздействие. Но, насколько у меня есть информация, глубоководный выпуск сегодня построен, но не введен еще в эксплуатацию. То есть он сегодня не функционирует. Ну, то есть в целом инициатива была здравая. В целом здравая, но за какие деньги, опять же, повторюсь, это не наш вопрос. Ну да, у Одессы в основном обычно вопросы к тому, как это было реализовано, на чей счет, и как это ляжет на плечи плательщиков коммунальных услуг, в первую очередь. Ну что ж, продолжим. Давайте поговорим вообще, вот подведем какое-то резюме. Для насколько сегодня Черное море находится в безопасности, насколько можно купаться, насколько можно быть спокойным за его будущее. Дельфины, не исчезнут ли они снова от берегов? Ну, дельфины есть, да. Кроме дельфинов мы наблюдаем, вернулась кефаль, да, уже не первый год. Есть султанка, есть луфарь, появился сарган. Уменьшились сбросы от промышленных предприятий. Еще раз напомню, что нет сброса с станции очистки биологической Северная, да, он идет на Хаджибей. Вот. Все это, конечно, влияет позитивно на экологическую составляющую Черного моря, да и судоходство уменьшилось в связи с кризисной ситуацией, незначительно, но уменьшилось. Мы занимаемся мониторингом морской воды. В курортный сезон мы мониторим пляжи трех областей, Одесской, Николаевской, Херсонской. Хочу сказать, что за последнее время состояние морской воды в удовлетворительном состоянии, то есть предельно нарушений допустимых концентраций мы не отмечаем. Ну хорошо, в связи с кризисом у нас падение загрязнения, а вот есть ли такая тенденция, что предприятия улучшают свои очистные сооружения? Да, да. У припортового завода реализован проект, там замкнутый цикл, они практически не сбрасывают. Есть предприятия, которые ставят дополнительные системы контроля. Есть предприятия, которые не только за сбросами, но и за выбросами вот, улучшают и ставят современные пылегазоочистные устройства. То есть работа ведется в этом направлении. То есть... Много. Я вообще хочу сказать, что порты Одесской области, они достаточно в этом направлении работают серьезно и выделяют серьезные средства. Каждый год делается план комплексных мероприятий по охране природы, куда выделяется серьезный бюджет и этим занимаются. Ну, даже раздельное сбирание отходов. Это из всех предприятий только порты этим занимаются. Хорошо, а если двигаться дальше по региону, в сторону, ну, Крыма, как там ситуация? Вы понимаете, чем потужнее порт, тем больше у них финансовых возможностей. Ну, я хочу сказать, что не отстают и предприятия Николаевского региона, и Херсона тоже. Но основной загрязнитель все-таки Одесса или Челск, вот эта конгломерация, да? Ну, вы понимаете, у нас особенности природные. У нас в северо-западной части впадают большие реки. Это Дунай, это Днестр, это Днепр, это Южный Буг, которые несут массу взвешенных частиц и загрязняющих веществ, плюс активное судоходство.
То есть влияние серьезное. Влияние серьезное. Ну что ж, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего интерактива. Напоминаю, мы задавали вопрос, что такое Черное море для вас. Первый вариант ответа у нас район транспортных перевозок. За него ответило 29% респондентов. Второй вариант – курортный регион. За него 68%. 58%, прошу прощения. И третий вариант – это источник рыбных и иных ресурсов. За него всего лишь 13% проголосовавших. А вот ваше отношение к вопросу? Ну, я думаю, что транспортная и курортная составляющая, она где-то одинаковую долю должна занимать. Ну и приблизительно правильно по рыбным ресурсам, хотя появилось, расширилось сейчас биоразнообразие, все-таки количества уже такого нет. На промысле судов, да, добываются водные живые ресурсы, мы их видим и на базаре, и у нас на столах, но такого количества их нет. То есть курортная и транспортная составляющая, это должны быть однозначно приоритетными. У нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Будьте любезны, Южный поток строится через Черное море. В Черном море, мы знаем, есть газовые гидраты. Их запасы 30 миллиардов кубометров, да? Если Южный поток будет их греть, это все пойдет в метан, в воздух. Что для этого предпринимается инспекцией? Спасибо. Значит, никакие проекты строительства Южного потока к нам не поступали в инспекцию, информация о них. Но реализация любого проекта требует, помимо проекта строительства и расчетов, проект оцінки впливу на навколишнє середовище. Кроме всего прочего, такие серьезные проекты обязательно требуют научной экспертизы и громадской экспертизы. Если такой проект будет заходить, то однозначно в рамках этого проекта будут проведены все экспертизы. Какое они дадут заключение? Может быть, вы и правы, и это не даст возможности реализовать этот проект. Я пока информацией не обладаю. Удивительно. Пока что СМИ сообщают российские о начале строительства, а документов еще нет. Это повод для беспокойства? Я не знаю. Ну, я еще раз говорю, информации нет по строительству этого. Реализации этого проекта пока у нас информации нет. На обычного вторая сторона. Однозначно мы будем информировать, если появится такая информация. И еще раз говорю, обязательная громадская экспертиза. То есть общественность должна высказать свое мнение по этому поводу. Я так понимаю, что такие проекты всегда вызывают у украинцев большую тревогу. Ну, не только из-за того, что там может согреться метан, но еще и потому, что нас это лишает приоритетного значения в качестве транзитного государства. Для газа. Много сегодня говорили мы про экологию, и все-таки вот насчет рыбы. Вы в конце сказали, что у нас сегодня мало рыбы на прилавках. Ее немало, но вы понимаете, промысловая составляющая Черного моря, ну, не такое большое. То есть, да, у нас есть рыба, зачастую она носит сезонный характер, да, добывается там и шпрот, и хамса, и камбала, есть квоты на камбалу выделяются, но такого промыслового огромного значения. Ну. То есть, я даже приведу пример. Я когда пришел на работу в 2004 году, то на промысле того же шпрота было свыше 30 судов, по-моему, 34. Сейчас, по-моему, 4 или 6. Но это не связано с экологической ситуацией. Нет, нет. Я же говорю, рыба есть, но... Нет слова. Ну что ж, потребность. На этом все. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. Напоминаю, он состоится уже завтра в 19:30, сразу после новостей на телеканале «Круг». Смотрите снова «Свободную трибуну». Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что с нами сегодня в эфире был начальник Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря Сергей Анатольевич Лихачев. Спасибо, Сергей Анатольевич. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо вам за приглашение. До свидания и до новых встреч.